көрөчүлөрү төкүнүнөн бүгүн эмчет бериге гепатит бэр ырылары тустарынан кепсиякпит. Күндү көрөчүлөр эге эмчет берини көрөгөт. Бүгүн биеха өлдит келле рубрика өлдиттыр. Жукускай корот клинической балыгатын инфекционный отделениетин хеведисе Тихонова Надежда Николаевна. Үтөкүнүнөн Надежда Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о болезнях, которые чаще всего, о больных, которые чаще всего поступают к вам в инфекционное отделение. Это заболевания печени, гепатиты. Вот, пожалуйста, расскажите, какие чаще всего больные у вас в отделении бывают? Вообще, надо сказать, что вирусных гепатитов существует очень много. Они вообще выделяют где-то 5 основных вирусов, которые мы диагностируем и можем поставить диагноз гепатита. Но чаще всего в последнее время к нам, конечно, поступают больные с хроническими формами вирусных гепатитов, такие как Б, С и Дельта. А раньше, конечно, было больше больных с острыми формами. Острый вирусный гепатит А был широко распространен у нас в республике. Достаточно много людей болело с острым вирусным гепатитом Б. Но в последнее время, конечно, стали превалировать больше хронические формы. Если о гепатитах, то причина этой болезни – это вирусы. Да. А причина этой болезни – вирусы, они передаются от больного к больному. К здоровому. К здоровому. От больного к здоровому. Здоровому. А пути передачи этой вирусов? Но вообще вирусные гепатиты, они делятся на 2 большие группы. То есть те вирусные гепатиты, которые передаются контактным путем, то есть они передаются через воду, через грязные руки, через предметы. Эти гепатиты А и Е. А вторая группа, которая передается, минуя желудочно-кишечный тракт, так называемые парентеральные гепатиты, они передаются в основном через кровь. Но это наиболее опасный момент, когда передаются при переливании крови, при оперативных вмешательствах, при различных татуировках, пирсинге. Возможно, передача в быту, если у человека есть близкие родственники, его страдают хронической формой гепатита. Кроме того, такие гепатиты передаются половым путем, и, кроме того, они передаются еще от матери, то есть от женщины, которая страдает хронической формой, ребенку, еще даже нерожденному. Хотелось бы уточнить для девушек, для женщин, когда делают ногти, можно заразиться гепатитом? Можно заразиться. При маникюрах тоже. Когда мастер маникюра ходит из квартиры в квартиру, чаще всего это не медицинские работники, да? Да. Возможно, инфицирование, то есть заражение. Заражение, так как они не... Не обеззараживают, то есть они не убивают возбудителя на предметах, которыми они пользуются, на инструментариях. Поэтому, когда хочется сделать шеллак, то... Лучше сертифицированные кабинеты, которые имеют лицензию и которые обучены, специалисты обучены специально. Вот расскажите, клинические проявления этой болезни, вирусного гепатита, они в чем проявляются? Ну, основные симптомы вирусных гепатитов большие, существует такое понятие, большой симптом. И большим симптомом вирусного гепатита является желтуха. То есть то, что бросается в лицо, в глаза, сразу всем и посторонним. И когда человек желтеет, в первую очередь встает вопрос о том, что это гепатит. Ну, следующий симптом большой – это увеличение печени и селезенки. Но, кроме того, еще существуют другие симптомы, по которым мы находим у больных с хроническими формами, например, у больных с циррозами печени. Но основные симптомы вот эти, которые я перечислила. Примерно по соотношению имеется желтушная форма гепатита, да, и безжелтушная форма. Они как соотносятся? Они 50 на 50 или какие-то превалируют, какие-то нет? Ну, все зависит от вируса. Конечно, когда вирус гепатита А, и когда вирус гепатита Б, когда вирус гепатита Дельта, конечно, в острой форме превалирует желтушная форма. К сожалению, вирус гепатита С очень часто дает такую клиническую картину, которая называется бессимптомная. Она протекает без каких-либо симптомов и переходит сразу в хроническую форму. Бессимптомная
форма гепатита, она никак себя не проявляет? Абсолютно. То есть, возможно, просто ощущение слабости, утомляемости, снижение аппетита. Но такие симптомы у нас бывают и весной, и осенью. У многих бывают, когда человек переутомляется. И поэтому на это в основном не обращают внимания. Человек думает, что не доспал, да. Переработал, устал. Да? Угу. Чуть-чуть немножко отдохну, и все пройдет, думаю. Да. А тут вирус гепатита. Тут вирус гепатита. Ага. То есть, если есть такие симптомы, неплохо было бы зайти в клинику, сдать анализы крови, да, но... и убедиться, что нет гепатита, да? Да. Вообще, чтобы диагностировать гепатит, нужно сдать специфические анализы. То есть, по общему анализу крови поставить гепатит невозможно. Функцию печени мы изучаем по результатам такого анализа, который называется биохимический. Там есть ферменты, которые говорят о воспалении печени. Но о том, какой вирус, мы можем уточнить только при исследовании анализов на иммуноферментным методом. То есть кровь берут у больного и исследуют иммуноферментным анализом. И в последнее время мы очень широко используем такой метод диагностики, как полимеразная цепная реакция. Это делается у нас в Якутске? Да, все делается в Якутске. Кроме того, в крупных улусах также есть лаборатории, которые проводят ПЦР-диагностику. Заболели, значит, у них там все плохо, печень погибает, они поступают в инфекционное отделение. И вот обращаются к вам, да? Что дальше происходит? Ну, когда больной поступает на стационарное лечение, конечно, все начинается с режима. То есть такой больной с заболеванием печени вообще, по идее, должен соблюдать режим, который у нас называется постельным, ну, полупостельным. То есть это основной из методов лечения заболевания печени. Кроме того, назначается диета, которая ограничивает употребление жирного и жареной пищи. Кроме того, назначаются препараты, которые уменьшают интоксикацию, так называемую, которая бывает очень часто при инфекционных заболеваниях. Ну и препараты, которые нормализуют определенные процессы в печени. Гепатопротекторы. Они защищают печень? Да, они стабилизируют мембраны печеночных клеток, и в результате уменьшается воспалительный процесс печени. Но, к сожалению, эти препараты не воздействуют на возбудителя. На возбудителя у нас воздействуют препараты, которые относятся к группе противовирусных препаратов. Специальные лекарственные средства, которые воздействуют непосредственно на вирус гепатита. То есть они препятствуют его размножению? Да, да. Но надо сказать, что цели при лечении вирусных гепатитов В и вируса гепатита С, они разные. Например, при вирусе гепатита В мы, назначая противовирусные препараты, препятствуем переходу гепатитов в цирроз и рак. То есть мы не, к сожалению, мы не подавляем, не уничтожаем совсем вирус. Он останется с человеком, но у этого человека не разовьется цирроз и рак печени. А вот при вирусном гепатите С в последнее время появились препараты, которые со 100% долей вероятности приводят к избавлению от вируса. То есть человек выздоравливает. Раньше такого не было? Раньше такого не было. Были препараты противовирусные. Вообще эволюция лечения хронического гепатита С, она очень интересная. Буквально лет 20 мы вообще не представляли, как вылечить больного гепатитом С от гепатита. А сейчас мы можем назначить препараты, которые, с помощью которых человек вообще избавится от гепатита. Он забудет о том, что это такое. Раньше, конечно, эти препараты, во-первых, дорогостоящие, во-вторых, лечение сопровождалось большим количеством побочных эффектов. Но в последнее время в мире вот используются препараты, которые обладают меньшей долей побочных эффектов, да, и курс лечения короткий. То есть он составляет сейчас от 2 до 3 месяцев. Гепатит С, он передается бытовым путем или не передается? Потому что среди обычных людей, которые не специалисты, они разные мнения имеют. Кто говорит, передается, кто говорит, не передается. Можете вот в этом деле поставить точку и сказать «да»? Однозначно передается. Передается, потому что вот эти три вируса, B, C, D, они передаются одинаковыми путями. И, кстати, таким же путем передается вирус иммунодефицита человека.
То есть все пути одинаковы? Давайте уточнимся, что такое бытовой путь передачи тогда? Бытовой путь передачи, существует еще такой механизм, который называется гемоконтактный кровный. То есть при тесном общении в быту, если в семье есть человек, у которого хронический вирусный гепатит, или он является носителем вируса, при тесном контакте, в смысле каком? Если люди пользуются одной и той же расческой, если у них одни и те же маникюрные наборы, одни и те же полотенца, посуда, ну, все пользуются одной посудой, в такой ситуации передача в быту, то есть в семье, она возможна. Не исключается. Не исключается. Людям, которые страдают хронической формой гепатита, четко представлять, что они представляют опасность для окружающих. А для этого, чтобы не заразилась его семья, его родные, его близкие, то есть он должен соблюдать такие простые правила. То есть посуда у него своя, маникюрный набор свои, расческу он никому не дает, бритвенные станки не одалживает. В такой ситуации, конечно, заразиться в семье не будет возможности. Бывает так, что в семье, например, муж или жена болеет гепатитом Б, а вторая половина не болеет. Да, конечно. Хотя имеется тесный половой контакт и так далее, бытовой контакт тоже. Такое, да? Тоже возможно. При Б-гепатите это проще, потому что существует вакцина против гепатита Б. То есть если половина, вторая половина семьи, ну, скажем, муж или жена вакцинированы, а в семье есть человек, который страдает хроническим вирусным гепатитом Б или Дельта, то он не заразится от него, от своей половины. Сколько бы жили, да, вместе, сколько бы не жили вместе, да. Инфицирование, заражение не происходит. Но с гепатитом немного сложнее, хотя считается, что половым путем, например, передача вируса гепатита С, она ничтожно мала. Но все равно риск существует. При половых контактах использование презерватива защищает от передачи вирусного гепатита или не защищает? Защищает. 99% считается, что использование презервативов защищает от полового пути заражения. Население России вакцинируется с самого рождения вакциной против гепатита Б. Как только родился, сразу первая эта прививка, это человеку ставится Engerix. И многие думают, что вакцина придумана западными специалистами для уничтожения всего населения. Вакцинация все-таки защищает или предназначена для уничтожения населения России? Надо сказать вообще, что эта вакцина используется не только в России. Эти же вакцины используются и за границей во всем мире. И считается, что вакцина – это уникальная вещь, благодаря которой человечество сейчас живет. Иначе мы бы вернулись к 18 веку, где основная масса людей умирала от инфекционных заболеваний. То есть они не доживали даже до 50 лет. По вакцине против гепатита Б я хочу что сказать. Дело в том, что сейчас у нас по статистике снижается количество больных. Мы сейчас не видим вообще больных с острым вирусным гепатитом Б. То есть благодаря этой вакцинации дети, будущее поколение, оно не болеет, не имеет этого вируса. А вот старшее поколение, которое, к сожалению, не было вакцинировано, переходит в такое состояние, которое называется цирроз. То есть гепатит, он не протекает просто безболезненно, не протекает бессимптомно, он все равно во что-то переходит. И вот, к сожалению, вирус гепатита Б уже доказано, что он является онкогенным. То есть переход в рак печени и в цирроз печени мы сейчас видим воочию даже здесь, в Якутске. Потому что, например, если судить по статистике, буквально 15 лет назад мы в отделении очень редко видели больных с циррозами печени. Ну, их было не так много. Сейчас надо сказать, что у меня 80% от больных, которые поступают с хронической формой гепатита, это больные с циррозами, которым мы нередко диагностируем рак печени уже у нас в отделении. Ну, цирроз и рак – это понятие неизлечимое. А с чем это связано, Надежда Николаевна? Еще раз повторю, вирус онкогенный. То есть вирус непосредственно вызывает формирование рака, мутации клеток печени.
и формированию вот, рака. То есть это вопрос времени? Вопрос времени, да. Люди стали доживать до рака. Раньше умирали... Да, раньше они могли умереть, не доживая, да. Ну, раньше, в принципе, они в основном заражались в 80-х годах, в начале 90-х. Они болели острыми формами, да. Например, он перенес острый гепатит, и вот буквально через 20-30 лет он уже приходит к нам со сформировавшимся циррозом. В течение нескольких лет, даже если у больного, этот, например, мы его несколько лет наблюдаем, он приезжает к нам ежегодно, да, например, с циррозом печени, а в этом году мы выявляем рак. Надежда Николаевна, что стоило бы сделать, как себя повести правильно, чтобы не заразиться вирусным гепатитом? Ну, вообще, в целом, я вообще призываю население не отказываться от вакцинации. Пожалуйста, прививайтесь, и тем самым вы защищаете себя и свою семью от, ну, от таких страшных состояний, как цирроз печени и рак печени. Ну, обязательно при появлении каких-либо симптомов, конечно, стараться не заходить в интернет, не смотреть эти, не сравнивать эти симптомы у себя и с тем, что описывается. Пожалуйста, у нас есть клиники, поликлиники, стационары. Обращайтесь к медицинским работникам для того, чтобы поставить диагноз. И, естественно, если вдруг у вас выявили все-таки гепатит, то необходимо наблюдение. Опять-таки наблюдение не по интернету, не в Гугле, а наблюдение у врача, потому что существуют определенные нюансы, которые ни интернет, ни Гугл не даст. Ну, я вот сказала о том, что все-таки цирроз и рак – это такие состояния, которые необратимы. Да? А в последнее время у нас еще, вот по поводу лечения, я хотела уточнить, когда человек доходит до этой стадии, у нас остается один метод лечения – это трансплантация органа. То есть это высокотехнологичный метод, которым мы тоже помогаем человеку выжить и прожить еще какое-то определенное время. Мы отправляем больных на трансплантацию органов в Москву, и трансплантацией органов занимается наш Национальный центр медицины. А трансплантация печени – это не взять вот у человека печень и сюда раз пересадить, да? Нет, конечно. Часть, участок печени. Участок печени. Ну, вообще, надо сказать, что существует два метода трансплантации. Первый метод называется родственный донор. Да? То есть, когда у человека есть донор, родной человек, родственник, при этом можно брать до третьего колена, то есть это могут быть двоюродные, троюродные родственники, которые становятся донорами, и у живого родственного донора берут одну долю. То есть половину печени и пересаживает ее вот больному. А второй метод называется кадаверная трансплантация. То есть, ну, звучит она очень грубо по-русски, она называется трупная трансплантация. На самом деле, конечно, трупная она не совсем трупная, в том плане, что фиксирована только смерть мозга. На самом деле легкие дышат, сердце бьется, но у такого человека можно взять, забрать целый орган. И этот орган может достаточно долго служить и поддерживать жизнь, другого человека. Реципиенту, то есть. Да, да, да. То есть таким методом мы даем возможность другому человеку выжить. А есть у нас в Якутске такие пациенты? Есть. Много их? Первая кадаверная трансплантация была проведена в прошлом году. Пациент жив-здоров. А в этом году было проведено, по-моему, две кадаверные трансплантации. Тоже, в принципе, успешно. У нас в Якутске. И они наблюдаются? Они обязательно наблюдаются у трансплантологов. К сожалению, после того, как происходит трансплантация, происходит повторное заражение вирусом органа, то есть того, которого пересадили. Но с самого начала больные идут на противовирусных препаратах. То есть мы даем возможность таким образом как бы прожить еще какую-то долгую, интересную жизнь. Спасибо, что пришли в гости, Надежда Николаевна. Будем надеяться сотрудничать с вами и в будущем.
Профессия инфекциониста, она очень интересна. Я очень тоже люблю свою работу, свою специальность, потому что каждый день мы встречаемся с различными патологиями. Инфекционист не только занимается вирусными гепатитами, да, мы занимаемся и воздушно-капельными инфекциями, кишечными, особо опасными инфекциями, кожными. Их великое множество, и вот это, можно сказать, одна из многих дисциплин, которая стоит на стыке многих специальностей. Да? Вот. И можно сказать, что врачи-инфекционисты это универсалы. У нас на сегодняшний день вот, ну, статистика такова, что где-то 67 инфекционистов по республике, из них половина работает в городе Якутске, половина в районах. То есть в каждой районной больнице есть так называемые КИЗы, кабинеты инфекционных заболеваний, где работает врач-инфекционист. И сейчас идет тенденция к тому, что у нас кадровый состав омолаживается, да, много молодых докторов, которые работают, в общем-то, с большим интересом. И, конечно, сейчас идет такая, ну, скажем, тенденция к тому, что очень много стало инфекционных заболеваний, очень много иммунодефицитных состояний, на фоне которых вот как раз появляются инфекционные патологии. Ну, к сожалению, конечно, наша республика относится к тем территориям вообще по Российской Федерации, где очень высокая заболеваемость хроническими вирусными гепатитами. Вот по данным за октябрь 2017 года у нас на учете состоит более 14 тысяч больных с хроническими гепатитами. Из них примерно вот по 7 тысяч занимают то ли гепатит В и С, ось очень тяжелый гепатит, дельта гепатит, да, это гепатиты где-то тысячи человек ими страдают. И, к сожалению, вот, наверное, уже сегодня говорили об этом, что при отсутствии лечения вот эти гепатиты, они могут давать очень серьезные осложнения, такие как цирроз и первичный рак печени. Да? И по этим патологиям тоже у нас, конечно, неутешительные цифры. Но, конечно, встает вопрос, какова профилактика вот этих состояний. Да, первое, конечно, это вакцинация, которая проводится против гепатитов В и Д. Она у нас идет в республике с 2000-х годов, да, очень активно. И сейчас вот мы уже по истечении почти 20-летнего периода видим, что цифры заболеваемости хроническим гепатитом, они снизились, но процесс это не быстрый, да, то есть это будет идти достаточно долгое время, пока вот идет такая, можно сказать, смена поколений. Но по гепатиту С, к сожалению, у нас вакцины нету, и заболеваемость хроническим гепатитом С неуклонно растет. Что касается вот каких-то новых, может быть, изменений в лечении, да, здесь можно сказать, что в последние годы в лечении гепатита С у нас произошел прорыв. Появились новые препараты, они называются безинтерфероновые препараты прямого действия, то есть это таблетки, и при отсутствии осложнений буквально в срок от 2 месяцев мы можем вылечить полностью организм от гепатита С, да. Ну, естественно, когда осложненные формы, там терапия длится подольше, но тем не менее, вот это лечение практически лишено побочных эффектов, как это наблюдалось вот ранее при интерфероновой терапии. Как врач-инфекционист в первую очередь призвала бы всех, ну, во-первых, соблюдать здоровый образ жизни, да, казалось бы, это простые слова, но за этим стоит очень много, потому что человек сам определяет, быть ему здоровым или нет, это первое. Второе, это грамотный подход к вакцинопрофилактике. Есть инфекции, от которых обязательно нужно прививаться, да, и просто вот такой, скажем, бездумный отказ родителей от всех прививок, он тоже может привести к плачевным результатам, поэтому очень внимательно надо относиться вот к этой проблеме, да, и не позволять, скажем, себе бездумно, в общем-то, делать такой выбор в пользу отказа от вакцинации. И еще третий момент, о котором я хотела бы подчеркнуть, это знание. То есть никогда не надо бояться знать о своем заболевании. Если что-то заподозрили, надо вовремя обращаться. У нас, например, есть школа пациентов для больных с хроническими вирусными гепатитами для их родственников. И она призвана расширять знания о той патологии, которой, ну, страдает человек. Да? Ведь человек, когда знает, он вооружен, он может вовремя назначить
получить грамотное лечение, обследоваться, вести правильный образ жизни, который бы снизил риски возникновения всех осложнений. Знание – сила, да, поэтому берегите себя, берегите своих близких, вовремя обращайтесь к докторам, если что-то беспокоит, да, и надо доверять врачам всегда, которые, в общем-то, у нас достаточно грамотные инфекционисты работают. И я думаю, что ну, вот каждый человек должен вовремя один раз хотя бы в год проходить обследование. Эти кинян, кондикорачлер, эфирга, бастойкамя рубрика, итачи Наталья Иванова. Бүгін беге барырларын тұғын көпсетебет. Бүгін беге қай өджеттір сұғыл кәмя станция Браға Алекса Степановна Ким. Өте күйінен? Өте күйінен. Сұғыл кәмя станция тұғар бұ бір ұрыларынан түгіл бақ вызов келеді. Сұғыл кәмеға бір ұрыларыттан болалылар үксілері іскен ұрыты болар. Іскен ұрытын әлбәті уже более осложненный дар, терминальная стадия гатачилан гальбахтер, он тагнан сирус печени, абсцессы, он на гепатиты. Еще бир нервное окончание тагух, олен улахан болевой берегта, бастаке кемигер, и бастаке это абуляр. Иритин берер уже бу осложненный болахтерына, уже ол сирус, абсцесс, им болахтерына, искен ирита болахтерына. Бастан ол ырыларын тағынан бастан температуралылар, аппетиттері түйер, слабай болалылар. Ол кәнеттен қолабыра тоқтара яғанларын хүтарияқтарын сөп, сахаралылар. Бастан қараңын өріңге сахарар, әтін өңе әме сахарар. Холовой сироз печенега атынадим барабанные пальчики болалар, он на абсцесстерге сирозга холовра искендеге ритегер холовра ханану хатулахтарын хэ, ол расширение варикозных вен пищевода там болар. Ол таганан сосудистые звездочки тахын сё, пальмарные ретема дим бо или лягер в кистях, он на двухторан на ладозна поверхность стопы болалар, холовра. Антон олақ терминальный стадиялырыр істері иген олата ассеттен, істері гер уэскүр, ол ескен тыңаларыгар, хүрақтаргар барыдыгар оқсыр. Адышқалан алылар, холобыра хүрақтаргар параксизмайлы фибрилляция претердейін болалылар. Сол кәмеға симптоматическое лечение ден, холобыра ескен ғырыларыға тидақпына давленелары анамғақ бола, давленеден дағарабыд. Обезболивание уровот кустах болевой синдром на полдахтарына. Он тен экселлере искенгарылары бәлере уже трансдермальный пластер дахтар, бәлере мтер дахтар, наркотическа егін. Сүрақтарына бәхетна көрөбет, давлениеларын, температураларын, сүрақтарын, тыңаларын, по системам баратын көрім барым бұд. Ол тұғы-тұғы көрөбет үйді оны оңырабыд қолабыра. Наға құтылдыр бұла прокеруотынан көрөбет. Симптоматическое лечение болар. Үксілерін ол терминальный стадия болан қалдыра бұд. Басты көмені қайда оңыра бұды мұ барыларығар, бәбет оңыра бір аптақ бұдды, оны қайдақ оңыра бұды? Қолабыра, сен бір өлджер жанлар сразы қайылдар, бәлерін позаларын болалдар. Қолабыра, скорый кәлін неге поза зару дұршады. Тоқтарын, кәліналарын бәлері тардан баран ғытықтарын сөп, алча ғырыты ары намтыр. Тымны тұтықтарын сөп, онына бейіне суғыл көмелерін аралылар, ол негер ұттан безбалеші наға иғат абаттар, потому что бейік әлек бітерілі, ме ол үрлеті мүхуден қалын сөп. Онтан противоводный хақтарын көп, ол наға қатулыта рейін болдақтарын, үйгіне қатулылар, хороғыр ұлтты рағынай болыр, ұнан, ұнан, бітегер қанынан. Бәлерін сөпті әхімтерін анаттаран, апседолин вовремя бірақтарын нады поликлиникаға. Он тут, блин, специализация брала, только медсмотр брала, любой тарелтаган бир клинический минимум роллар. Хан и каналин тут тарехна надо, обязательно биохимия тут тарехтар надо, ол УЗИ, он тарехтар надо, и с органдарын, он на фиброгастроскопия,
он гепатитные маркеры. Он тон холобра искенерита воллагана, подозрение воллагана, злокачественное, доброкачественное, бади холобра, он уже биопсия, он на онкомаркеры тут рахтер надо. Вообще, общей причиной это дем во тох цыга антан, аргиртен, цылах, рылах, алыктан, он там болар. Он эти дем питим буддук. Механическое заражение ол тохтаттан деген холобра болон цеп. Күнді көрәтшілер, бүгін беге бір ұрыларын тоған көпсетті бет. Білен тұрар бір ұрылара бүгін көңе ұлыс әлбәқтер. Бұ әтерлі бет симптомлар бар өп олықтарына. Басты көміне қайдақ оңыстыр, ғытын қайдақ чүгос жоңыдыр. Оңыр ғытын өйді өкіт білбекіміз бұл өден әріне қалабыт, анығыстықы эфирдерге көстеуқа дейрі. Үтек күнінен әйгі болғам тауытығар айылға беліға рубрика ұтатшы Мария Антонова. Бүгін бігі әйеқа бұр ұрытығар тұттылар оттор тұстарынан кепсек бет. Оннота бастатан тұран бұ календула, календула лекарственная денеме дача бұтығар үннерер, кередаға үннерер оппытын тұханық бұтын сөп. Бұ от үшой байдық бұ маннық қатар, қатаран баран бір столовай ложканы ұланмыт, ұстакан ұннан көйірі бүт, ити ұннан көйірен баран хүлбе мүніте тұр орабыт, оны сейделен баран мұт, оны бір ұнны ғырамынан олата ұстакан түйек күміп бірінен күнге үстеті өтті ие ғыджақ тақпыт. Маны қолы бұр бұры да ғыджыва кейі иен сөп. Маны қыратиын, оны А витаминлер балар, оны бұрға кенілер нағату халақтар. Бұр опсайынан үлеті кәйілден кені әмсәғілі әбітті болағына бұр бәйтін білі бұр үз күміп бірі чөл болағына кені не әмтен бәйтігін чөлігір түхір еққа сөптен. Ол құрдық бұр бәйтін бәйті наға чөлігір түхірінер онына білі үнчік-түнчік түйлелер дебік кәділі оннық сұға хатақ бұтына аргис тяққа, табақтар таққа, ол бұ өте кехі бұрғыр ұрықанлық, ас бұғырыр орғаны ұрықанлық бұғырылар астара хатақ бұтына. Кені үнчікті-үнчікті оны білдер бәкке, отой ол үз күміп бірі қалыр дұлыдағыны ұлықанлық білдер бәк болыр. Оны жа қолауыр бұ чистотел ден от бар. Чистотел ден ототтан өте қаңала сұруыныңғар өлі өкімеға ленскайға үйінер бігі сақабыт сірігер. Оны кеніне кередеға үйінер еққа сөп. Үші өй байтық тоқта қаппырыға оғы үйінер. Бәйті хеметі түстіңіне олонтан әме таққан келер. Чистотел болағына жаттағы үйінәйі, олығын болағына біле кеге сағын, оны атын органлары қандықтыра ғайжаларын ұшуаттан тұран серінен тұғаны қанады. Бұл маны білер көрер кейіттен, специалистен, хүбелетен тұттар ордық. Оқынан баран кенін аға тұғалақ, еті онкологическа ерігенген бартығар тұттылар. Оны тұғанан тұрыт әме кепсір бі бұл одуванчық лекарствені ден нәм оппыт сәбірдіға әме наға бай састаптақ, кенін әме отой саас күйін ие ғырыттаққа тұқтағыны бортыны оңыр бұт. Әме бұл силиштері болағына орғытылылар. Әбетер болағын әте бөденой бағын әденге білі ұнынан, іті ұнынан саба құтавыт, бір столовой ложканы. Оны бір стакан ұнынан құтан барамыт ұлақ, орғы өтірар іті ұға ұғамыт, 15 минут орғытан барамыт, 4-10 минут өтір орабыт, оны сейделен барамыт ебет. Одуванчық сәбірдіған әме тұттан салақыңын тұтты оқысып. Бұл крапива дұвдомная денеме ұрыт кепсен ағар бұппыт, бұл от наға үшігі өт. Еті кей организмғар тейбет тоқ бар микроэлементтер, витаминтер бар екені составығар балылар. Оның манеме еті қолығыр тоқ көмілі өрот күрдің әме келлерін қытынлар ұққанады. Құбош поливой ден от тұрар бұл. Ол үті бору ота хақалығыға, хақағыргер кейіні күйінер. Оқынан баран бұл кені ара әл бәқ байыбы. Олығын болағына бігі тұттар бұтығар, үті медицинскай өттігір тұттар бұтығар, әмтәхіңі тұттар бұтығар,
холовар бу истержен маннык турар, оттон туга били саба лабата маннык 4-5 градус таккы бу полохтак. Элбек байдык маннык таккар туга. Он тот 4-5 градус таккы бу полохтак. Отто маннык көнөнгин турар боллагына олатын. Онна же бу бырга хамай тугалак расторопша семете бар. Расторопша петнистая ден бар бу. Россияга үммет, Америкага, онна Европага үнер. Ол гынан баран бу маны эмее кирядага дачага кихи үннерен отой кеңлик туханын сеп. Себит дагын дагыны, сиеметин дагыны. Бу кини сыналанара ден, самай сыналанара составыгар силимарин ден плавоноид бар. Бу боллагына бырры, быр клеткаларын чөлүгөр түхөрөр кинилери растыр, онна кинилери карыстыр. Бу маны Бұрғоқ күнан баран қолабыр үті аптека ғатыланыр шұрот растаропшы ден. Ол оны қолабыр бір чайны ложканы күнге иккіте үсте хек қойып. Қағыға бұқ қоян, әбетер маннық аяққар ұқтан баранғын уыннан уыхен көмілі хүндерін әме туханы қойып. Онын болағына тон бұры жеркеге Қолабыр бұл шұру тарап арастаропшы да болын, ол бұрғуға да болын, сиеметі да болын, маны отой кеңлік тұтты қатыққанады. Кені наға әлбәк 200-тен таққа бұл бейгі организм мұғдығар тұғалақ вешестуалардақ, ол силимаринтан ұраты. Оны дашаға үннері кеті әбірдегі болы кенені маңық мағанынан ұғылы бұл құрдық. Оны білі үйен бұғытынан тұқ ден. Иті Христос неті Дева Мария үйті тұқ бұт, ол үйті тұқ бұта иті үнәйге тұқ табыт ден аттылыр. Оның бұ қолабыр бұр сирозда болын, онкылы кешескай дағыры болын, оны сананы түхербекке кейі бұ оттору туғанан, әмтенен, томтонан, Дұрубияға көмілі хүннері қанады. Отты бұ арастыропшаны болағын әті онкологическай ұрыларға химиотерапия кәнеттен әме кеңлік тұттылар. Дұрубияғатын қарыстан әтенге болың. Үті күннен күнді көрәтшілер. Бүгін бігі кеге егер бар. Бір органмытын, бір ден орган тұғы қанна бағырай, тұғы өлені толырыры кеге егер әтіге сенігер оны бағырабыд. Бұл мен әлейбір тұтан тұрабын бір препаратын, бұл кеге бұра. Ортотының ұлған кеге бұра яғына пачты 2 келі. Кені әттіге әме сенбертіңа бір көрдік паренхима дентін тұрар. Онына бұр кеге егер үсілджар, сүнінен ұңат түгер, өріғі ұңат түгер. Кені екі ұлған частан тұрар. Қаңас левая доледен, онына ұңа доледін көрібіт. Бұ кені енекі күрігіта, арей сүті хоғыз, онына кеге ойығын анытын сүнінен тақсы бат. Дебілеген әргетін көрігі қайын, онына бұйыр алыра әттін көрібіт. Бұ кені ортотын декеннен егеджа кейрер сері көрібіт. Мұтчылы атыныр ворота печене, беге бұр артыға деққайын. Бұның өе бұрға кейреллер әме артерия ден тұмыр, воротная вена ден тұмыр, онына тақсар печеночный өз протоката. Тақсар өз протоката. Бұр түхі дағыны ұяғына ұлғаны негін, кені ұяғына ұлған құрдық әлбәқ функцияны толғырыр кейеқа, арағына ферменлері, витаминлері өз кетер, ол дегер әме бұ өзі өз кетер. Бұ препаратқа бейі көрібіт өз қаға жарын, өз қаға ағас, ағылы бұтын көрібіт. Бұр түхі дағыны бұ ұлғаны негін кенеқа, кене туқтан тұрары, онына кене әті әппет арас функциялар бұтын тух толырыры, қанна ағыры. Бұғыр әме атын органнар күрдің, хамай күрі әттіктәк, кені әттіге печеночная долька дәнер. Бұл схемаға көрібіт бұғыр қайдақсыл жарын. Бұғырға
воротная вена кирер диетибит, бирка воротная вена кирер диетибит, сон тымыр, колгас сон тымыр. Букини, ру, бу иси хигар сульдерки, ис органнарыттан, курттақтан, сеннегас оғостан, суын оғостан, нортан, талтан, қан қомыян, бу бирка илдер. Энегінан бир самай кыра әтті, әттіге ата долка денер. Ол долка кене бир алта крылах призма. Бу сентригар кене долка сентригар веналах. Бир долка бир клеткалардан турар. Бу холобра долкаттан долкага бир долкатыгар үес-үес кәмбаран төттөрү долкаттан тақсарын көрдөрөр бу уругуй. Бир егер эти тымырдар кайда курдук элбах салалар берилин көрдүбүт. Бир долката бу бир клеткалардан турар. Онна печёночные балки дени үес кетер. Бу как раз долкалар экардылыргар арас кыра биле артерия бит онна вена бит капиллярдарын көрөбүт. Кинлернеге долкаларга кан кирер. Артериалны онны венозный хан. Кинлерден ол үескен, үес-үескен төттүрі тақсар. Ондан үгіс өтті бұ клеткалар нүңе ахан. Растанар, онны рас ферменнері, витаминнері, микроэлементнері үескетер. Бұ үеске бет рас ферменнер бет. Келін бұртан тақсан бұргенінен кәннігер бар. Бир тымырдарынан аллара эгер сытар улахан нижняя полая венаден тымырга агаллар. Биги бир бир күнүңө функцияда кени үөһү үескетер диэтибит. Бу үес муньюллар каты онтон келин курттактан аз сенигес охоска агарыгар нервный систематтан сигнал ылар. Онтон үес синес оғызға кейдер. Беге бөрден орган қанны барын көрді бет, тоқтан тұрарын көрді бет, кейхе тоқ туалағын білді бет. Төхі дағаны кені ұстық тұрықтақ болар, арас қара біречен әлерттен, өлеті түрген бағайдек мөлтен сөп. Баяғатын көріне сілджін, дұру баяғатын қырыста. Олоғу таптыққа онны кек айбыты соғы ден олоққы девистақ, күстіғ саналақ Николай Чиров тұғынан кәпсек бітен бағарабыд. Кені өйе бүліттен төріктіғ, оғы сылжан ағығығар олоханлық бөрінен ұлжықты. Мен болғаны ағысақстақ бар өйде өтім. Мұғыр азбайғы шпірейінен келдіңдер. Оны сағарарда бұдым. Николай Кытайға баран бөрін әмтеті стабыты да онны кайбатақтара. 2013 жылдағы Москва Коракқа Авитек Бурназиан атынан медицинске бейфизическе научны кейінге Николайға еті бөрін ағырын донордан бүліттен түрітті хирург-трансплантолог Александр Амосов операция оңырыр. Мантанылы Николай Чиров 2 жылығы сағыламыта. Үлбіт өт жыл өзімірін мұнатын пересадқа бардан. Онтон ем донор болды. Бүгін төт сағыр бұрынан арын берін тынтынақ олар оған. Қас бидді әкінденден, қас бидді күнгінен өрі жаған деп көді. Хасырды айт тұрдықынан тұн ұлса барын еген өрі аған, қалланы көрінгін өрі аған. Оның тұн ебірі әремін, мен тынақпын демін тұн мақтанауын кенек. Бастаяны. Бұл ұрықан ұрыны барытын аспыт кейіп олын білігін бұрының ұлжыбы жоңы стресстен тақсалыларғар көмілі үр. Сүйбе ама берір, өйбіл болыр. Олығы атынды көрір бола кейі бұл тіліне қаллағына. Оның тұн жоңы көмілі үр атығын советтерінің маңдық ситуация бұл гепатика төбеспіт жоңыр. Оны пересадқа барачылар психологический стресс алылар. Оның ұлғана көме, психологический көме бар әбеті олар ұрдық болады, үші болады. Ол стресстерден, хорық жоңдар болады, стресске түйірен барандар. Иен кәйектерін, диеталанды тұспаққалар өлі біттен бұққа ектерін.
Ону мин бәйм анан жарктанахым барым хлор көме общественная организация күдүктерем баран ол курска үйренем барам анатан бәйм ана аспы кибетнен билебим кайдах тох кайдах болор үйрине ки өйүнө анатын кер үйрүгө биринде кана үйри атан сен кер деп күлдүк ол инсана күйүнө күчтөн уну брастыргыта Тенге үйріні өкетті ұқсуғы қанады. Тоғыдық бұрас кейбат, кейдеттен әметті ұлықтақ. Орық кей әмтен ең бағар бап болу, өтшен бұрас әмтен де аны туаты оқы деп өкіндік. Николай білеген иккеғу амары қағатта, еннеке бұланы әлбек. Ол күрдіғ апсестіні тәрілтетерінен үлілен бағарар. Бұл трансплантацияны аспы жонлар республикадың Оно мәйдері көсөбіт туаққа де централизованный көрірхер бары бөте олар ордық болады. Оно медцентрға бейтіне елен хағылан көрілдері бөте олар. Оно там Минздрав қайда бұғары бөте олар. Итінде әті бөп бұрғығыр бейе ғылға жөбдіқ. Поликлиникаларынан ғас біттір. Оно анализ тұттары бұтейін болы ана туаққа медцентрға барды. Төттірі тары тесті бөте бөте Оны оны бір астығы де повышение квалификации күрдік өретерелдері біте олар. Бұрнажан клиникаты көреме өретерелдер инфекционистері. Барығы оғаттан 10 тенші. Оны мен здрав ойынын хөп бұл. Оны бейтір осы пұтын бары біте олар. Бәбіт общественная организация күрдік. Қаямыт именно министерге келемет әтінек бұдан бары біте олар. Мақтаным әте бұл инфекционное отделение Брастырға Надежда, заведующийге Надежда Николаевна, оны Любов Дмитриевна, оны оланы медцентр Брастырға, Чолан Захаров Александр Георгиевич, трансплантолог, хирург, оны Кельцеева Валентина Николаевна, оны терапевтическое отделение Пестерова Вера Николаевна. Мақтаным әте, онтан оны Оның атында үйін қалаттағы айналар келі. Олығы тапты қанады. Оның үтің кейік ай бұта дейін оқиық бәтін іс санатытты. Үйріңі көйерден кейі бәтінен тұлықтақ. Бүтті бүт, қайаты бүттен құмай бұққылар. Үште ханалақ болықтырынады. Хана күйе. Көрәчілер, манан әмчет бері түміктенер. Бұ экраңы көстір электронай адырсқа бәйіғат саналарғыдың, бопростарғыдың үйтің. Бігі бері бітін онына мантан ордық НВК онлайн, онына YouTube хостингі бұлан көрек қашап. Аныңыз әфіргеділі көрсе қадылы, жәген сылджың.